Двухкомнатная квартира, смежные планировки, на первом этаже. Получается, можно, в принципе, сделать полноценную двухкомнатную, огородив стену таким образом, сделать проход вот в этом месте. Стены здесь не несущие. Санузел здесь раздельный, кухня с газовой плитой. Перед окнами большая аллея, потом идет дорога. То есть летом здесь вообще зелено. Полноценные деревья высажены. Секционная вытяжка, плита. Тут ящики. Потолок на кухне натяжной. Здесь есть место для хранения. На полу ковролин, в коридоре линолеум. Это у нас раздельная ванна с зеркалом. Сделано специально, чтобы сушить вещи. Так, туалет. Унитаз с активной вытяжкой. Здесь установлена стиральная машина. И проводка здесь поменена. Есть щиток. Вот такой. Двери здесь двойные. Одна железная, одна деревянная. Здесь обувница, в принципе, она вся оборудована. На полу получится паркет, здесь тоже ковролин сверху постелен. Окна обычные деревянные, двойные. Диван тут раскладывается, спальное место превращается. Как раз таки здесь можно сделать перегородку, сделать изолированную спальню. Далее у нас спальня. Здесь у нас получается проход. Окна. И сделан большой шкаф-купе, можно сказать, что как под гардеробную. Здесь, в принципе, можно сделать даже зону кабинета. Вот. Это вся история.